Ну и отдельный репортаж сегодня из далекой и очень колоритной страны Папуа-Новой Гвинеи. Сегодня в той стране, которую когда-то бесстрашно изучал Миклу Хамаклай, саммит АТЭС. Такой же, как у нас был во Владивостоке, но хотя, конечно, не такой же. Из края папуасов наш Александр Балецкий. Для типичной окраины папуасской столицы Порт-Морсби, где залив с десятками стоящих впритык щитовыми домиками, это и ванна, и прачечная, саммит АТЭС — целое событие. По этому случаю здесь, наконец, появилась дорога. Но ждут здесь куда большего. Впервые столько стран собрались у нас. Показать нам, каково это быть частью развитого мира. В этой деревне все дома находятся вот на таких сваях. На самом деле очень удобно ходить друг к другу в гости. Достаточно сделать всего один шаг, и вот уже совсем в другом доме. Ну вот какой шаг нужно сделать, чтобы также быстро изменить экономику всего Азиатско-Тихоокеанского региона? Президенты и премьеры стран АТЭС и обсуждают в эти дни в Папуа-Новой Гвинее. Общая фотография в национальных костюмах страны-хозяйки саммита на форумах АТЭС – традиция, но здесь ее адаптировали, решив, что ярких рубашек будет достаточно. У Дмитрия Медведева, казалось, желтый – цвет богатства и удачи. Ну а удачу в переговорах, по местным поверьям, символизирует орнамент с изображением масок Татануа. Вот только говорить на форуме приходится не только о том, что объединяет. Экономические санкции стали инструментом политического давления и недобросовестной конкуренции. В совокупности все это может создать довольно сложные, тяжелые последствия. По словам российского премьера, страны Азии должны совместно противостоять политике вмешательства и ограничений. За это же выступает и Китай. История показывает, что выбрав путь конфронтации, будь в то форме холодной, открытой или торговой войны, в конечном итоге победителей не будет. Кому был адресован посыл, очевидно. Американский вице-президент Пенс, который возглавляет делегацию США, ведь и здесь решил снова подчеркнуть американскую исключительность и пренебрежение правилами ВТО. Мы приняли решительные меры, чтобы устранить торговый дисбаланс с Китаем. Мы обложили пошлинами китайские товары на сумму в 250 миллиардов долларов, и мы можем удвоить эту сумму. Заочная пикировка Пекина и Вашингтона не осталась незамеченной. Все ждали, встретятся ли один на один Пенс и Си Цзиньпин. Во время ужина камера почти все время выхватывает китайского лидера, но Пенс не подошел. Для столицы небольшого островного государства проведение такого саммита стало настоящим испытанием, ведь где одновременно разместить почти 4000 гостей из 21 страны мира? Для этого к берегу Порт-Морсби подогнали два огромных круизных лайнера из соседней Австралии. Австралия обеспечивает и безопасность. Китай построил дороги. Форум вообще проходит под условным девизом «С миру по нитке». Даже деловые костюмы для папуасских чиновников – 160 комплектов. И те – подарок от Индонезии. Одежда местных жителей, те, что живут в деревнях, почти ведь не отличается от той, что увидел на них русский ученый Миклу Хамаклай, когда почти 150 лет назад сошел здесь на берег. В деревушке Гаренду рассказы про русского этнографа, который первым из европейцев посмотрел на папуасов как на точно таких же людей и доказал теорию равенства рас, тут и сейчас передают из поколения в поколение. Карамтамо. Одно прозвище, которое дали Маклаю, это Карамтамо, что значит человек с Луны. Другое – Тамобуро на языке бонгу. А мы звали его Абадаму, что значит настоящий брат. Брата Тру-Тру. И даже некоторые русские слова до сих пор в ходу. Запор Кубруса Маклай. Сейчас дело Миклу Хамаклая продолжает его полный тезка и двоюродный праправнук. Миклу Хамаклай-младший уже был здесь с экспедицией и теперь открывает уголок российской культуры. Папуа-новогвинейцы с берега Маклая привезли его, сделали нам сюрприз, поставили флаг на том месте, где была хижина Миклу Хамаклая. Когда 150 лет назад он поставил такой же флаг? А ведь культурные проекты – ключ и к экономическому сотрудничеству. Сегодня мы больше сфокусированы на Европу традиционно, но это очень быстро растущий, интересный регион. И я думаю, в силу политических соображений тоже было бы целесообразно, конечно, сегодня ускорить это развитие. О большом и пока еще нереализованном потенциале двусторонних отношений говорили и премьер-министры обеих стран. Россия многое может предложить всему региону. На Дальнем Востоке мы постарались сформировать максимально комфортные условия для деловой активности, которые сопоставимы со всеми мировыми, лучшими мировыми аналогами. Мы стараемся создавать там перспективные центры формирования технологических и индустриальных альянсов и осуществления крупных проектов. Ключевые договоренности главы делегации закрепят в итоговой декларации. Азиатско-Тихоокеанский регион бурно развивается, и Россия точно не останется в стороне. Александр Балец, Ренат Гареев, Вадим Клеванов, Илья Баев. Вести в субботу. Папуа-Новая Гвинея.